Всем привет! С вами Прия. Не секрет, что уже в течение 3 месяцев вводятся рейды в бзду вместе с вами. Ходим, дропаем маунтов, дропаем трансмог. Все классно, все замечательно. Само собой, разные люди приходят в рейд, по-разному играют, по-разному умеют нажимать кнопочки. Иногда рейды длятся 2 часа, иногда рейды проходят очень быстро и полностью... Битва за Дазара Лор закрывается за 50 минут, как она в принципе и должна крыться. Следующий отрезок видосика — это вырезка со стрима, то есть все рейды абсолютно стримятся. Следующий отрезок предоставлен как раз-таки в виде успешного, удачного и реально классного рейда. Те люди, например, которые захотят... побегать вместе с нами в эти рейдики. Само собой, они могут прочитать абсолютно все в Дискорде. Ну а касательно убийства этих боссов, они все могут посмотреть в этом видосике. Мегакрут и Джайна — это конкретно те боссы, которые немножко напрягают своими механиками. Так как есть некоторые ваншот-механики, ну и можно своим действием навредить рейду. На этом мой монолог кончается. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Думаю, в предложенном видеоряде вы найдете много всего интересного. Ну, когда хочет, да, надо сразу бежать. Да мы все тут старые. Да не, все, ну, поехали. 16, для собаки это срок. У меня кошки, кстати, тоже 16. Если бы ты чекал Инстаграм, ты бы это знал. Вот. Ой, начинается, подпишись. Конечно. Ну что, Гера пошла? Ну все, отлично. А куда это я уже отвар успел деть? В смысле, когда я его юзал? Что-то я не понял прикола, ну ладно. Наверное, я случайно на трэш его нажал. Азеритки, конечно. Поехали, перепрыгиваем через левую часть забора и полетели дальше. Вот это проки падают, конечно, да, жестко. Плюс 10 к этому левелу.
как бы под вебкой время стрима указано. Опираешься на него. Ну ты не забывай о том, что еще инвайты шли какое-то время. То есть минут 10-15 на это точно тратится. Не с пула, Герайзен. Не с пула. Не с пула. Про грипп антибич не забывай. Первого, третьего моба. Ты сможешь грипнуть, а второго я не знаю, но оттолкнем как-нибудь, попробуем. Первые бомбы прямо в метку, звезда там, ромбик, кружочек. Второй моб, ну я оттолкну его кругом мира, типа попробуем, что из этого получится. Хорошо, гриб, рутайте, рутайте, ага. Ой, а что-то треугольник не туда подтянулся. БР, дайте друида. Смерть друида, это печально. Треугольник ходит у нас, его не зарутали. Третий мобчик, грипнешь его. Его можно и не грипать, у него спаун хороший. Убегайте на свою позицию, РНЖ, иначе вас сейчас бомбой хлопнет. Вторые бомбы давайте по местам. Не та стенка, мы троллище, ну ладно. Так, что у нас по боссу? Добивайте босса и убегаем. Толку похилите. Ну, он забагался, у меня не могу похилить. Ну да, он что-то тоже у меня забагался. Он знаешь где? Он у ромбика сейчас. Мобов грипать не забывай и рутать тоже. Треугольник грипни, а после этого рутните его. Ну, блять, это был быстрый рут слишком. Типа не самая удобная позиция для рута треугольника. Ну, череп зарутайте, он ходит туда-сюда. Окей, мы в 19 играем, типа не проблема. Держите только всех. Схему нашего воска не смог изучить. А в чем проблема? Маленькие убегайте, потом с бомбами. Потом средний и большой пусть на месте стоит. Вас 8, ну так 150 нужно, там же написано. Геру дайте, прохиливаем, Ролен Край можно дать и БР, если есть. А, наверное, нету еще. Уклоняйтесь от линии и весь дэмэдж, какой только имеется. Хилы можете подамагать, как вариант. Отбегите от пушки, а то хоста будет занижена. Давайте треугольник оттолкну кругом, рутайте его. Всех мобов рутните. А то они что-то ходить начали резко. Угу. А, голды не хватило, ну... Зачем тебе голдишка? На покупку руды? Хорошо. Не, ну... Сделал себе небольшую задачку, чтобы купить Shadow Lens. Жена подошла, говорит, дай карточку. Не знаю. Ну все, нет задачки. Ага. Не знаю, кстати, на инженерке инженерку дорого она прокачивать, это факт. Четвертый квартал, все что верно. Быть. Да ладно, ты же не маленький ребенок, ну типа, нафармишь. Да, только работаю, один я только.
Так, я себя направо закину. Ты трамки налево пойдешь в первой группе теперь. Ну а что объяснять? Ну, нормально бочку разморозьте. Нормально лавину раскайдите. По глыбам играете. По бочкам играете. Ну и не улетите с платформы. Самый первый и не заморозьтесь. Приоритет всегда глыба. Ну то есть, образу просто каст кикаем и все на этом. Образ там сам умрет, а вот глыбу нужно спилить. Чем быстрее, тем лучше. Отсчет. Ах, да, у вас в первой и третьей группе один хил, поэтому, ну, берегите его. Берегите мракеду. Умрет, если, ну, все, вы будете без хила. Как-то так. Геру не даем, не даем. Все бурсты с пула. Так, так как я направо иду, пусть лучше будет на мне героизм. Ой, героизм, блядь. Агро. Вот. В смысле, типа, она один хил в группе у них. Для них печально будет просто, вот в чем суть. Трамки, зайди в огонь на секунду, стаки сбрось себя. Все, поехали к печеньке. Все, там леденящее касание со всех сбросилось. Ну, один стак есть, типа, это не страшно. Угу, полетели. Ждем людей. Там у нас кто-то сзади идет, не идет. Бар вроде сзади был. Барбариска тут. Отбегайте справа, слева, как удобнее. Ждем всех. Вроде все прошли. Разбегаемся. Первая, третья лево, вторая, четвертая право. Если что, ну не забывайте на стены залезать. То есть это нормальная тема. Сейчас будем на стену залезать, вторая, четвертая. За печенькой следуйте, чтобы в вихрь не попасть. Ну а опять заморозка, что ж такое-то? Касты. Каст боссу, готовьтесь кикать. Как бы уже можно, по-моему. Уже нужно, я бы так даже сказал. Ну так действуйте. Побыстрее желательно. Глыба разбить, розовая стрелочка к бомбе ближайшей. Побыстрее. Там все далеко, да, заспаунились. Ну хуёво, что сказать. Окей. Джайну бейте и глыбу бейте. Бочка не получает пока что дэмэджа, увы. Глыбу выбейте, как сможете. И пинаете Джайну дальше. Ледопад, чекаем стрелку на земле, нам нужно будет босса. Стоим тут, можно даже к стене чуть-чуть подойти. Стрелки недалеко, одна хотя бы к бочке. Угу, сейчас бочку разобьем. Все будет хорошо в целом. Разбить бочку, от луча отойти. Луч в центр направлен, все хорошо. Краешек к стенке идем. Нас тут не убьет. Монаки, ставь портал как-нибудь через эти войды. Типа к стене, чтобы он был направлен. Угу. Готовимся юзать портал. Юзаем портал, побежали. Стрелки, выйдите недалеко, стенку пинаем и... Геру? Не знаю, человек 7, может 8. Ну смотри, у меня есть маунт. Толка имеет маунта, Монаки имеет маунта. Ай, флекс на ком сегодня. Да, короче, да, где-то человек 8-10. Карле это, и Наксис. Ну, он дозрок в таблице написан, у него батл так, я там не менял еще. Короче, ну, пол рейда где-то, наверное. Может, чуть меньше, чем пол рейда.
Более-менее кучно двигаемся, там хотя бы по 3-4 человека. Поехали, мы тролль еще Бернти, если это возможно. Сейчас еще будет 2 человека с маунтом. А у вас же там слева не все хорошо было, да, на переходке, как я правильно понимаю? Там что-то очень много глыб было вроде. Нормально. Мне что-то показалось, там очень много было. А, мы не без вайпов, да, зачистили вроде? Да. Воительница пульнулась 18.38, Джайна убилась 19.28. Нихуя себе, 50 минут. Молодцы, молодцы. Самый быстрый рейд, что ли? Ну, это да, это самый быстрый. Быстрее не было. Сабля или Ларука были на трансе? Так, Белисариус и Нерпенок маунта получили. Ну, отлично. Все, разруливайте шмотки и, как говорится, до завтра чекайте анонсики. Молодцы, сегодня хорошо сходили. У кого есть, он может попасть повторно, или как с воздушным судном. В смысле, с каким воздушным судном? Ну, вообще, человек, который полутал маунт, он хотя бы должен приходить, ну, не знаю, раз в 2-3 недельки. Все, давайте, до завтра.